Вот так ноги расставь, вот так вот широко. Нет, вот так вот. А, для журнала. Playboy. Открыть задом, задом. Классно, классно. А теперь боком. А теперь на стол, секси так ноги вот так в сторону, на стол так. Разве как будто веет. Нет, ага, вот. Это обе ноги так, раз, такой. Классно, молодец. Да. А вы заработали, что ли? Ну, какой-то коммерческой фирмы, но не фирмы, а вот как бы коммерческий вот, вот, я даже богатый, богатый любовник, это хорошо, только да, ну, чтобы муж не знал. Ну, что муж не знал. Я предложил вам конкретчик, потому что Алла может сказать обманщик аферист. Нет, Ольги спрашивал, какой секс она любит. Ну, конечно, я сказал, что никакой. Конечно, никакой. Какой такой, я танцую, ничего не соображаю. А вы что, представьте, все заслочено, я перевод перевод. Ну, каким-то сексом лезть, ерундой какой-то. А ты скажи, я только компьютером увлекаюсь, интернет хожу и выхожу. Да, хожу и выхожу, интернет, хожу и выхожу, хожу регулярно, входы и выходы в интернет. Не, ну может быть он и хороший, но кто его знает? Правильно? В интернете. И на все твое поведение человек действительно... Да. Нормальный. Как всегда, что зацепляется. Знаешь, может быть, что-то не дать, а надо. Аня, ты моя партнерша, потеряла каблуки. Ты что, с ума сошла? С ума сошла? Ты куда? Ты типа, почему ты... Вот любой солдат встречается, он с богами следит, а ты? Продолжаю сейчас погибать. Вот смотри, вот Оля каждый день в балетной тапочке стоит. Каждый день. Вытаскиваю. Балетная. Каждый... Вот как Плесецкая да. В своей области сидела. Она же вообще тапочки балетные на стол могла положить. На свой, наверное.